вчера до глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичом Брежневым. Почтить память Леонида Ильича Брежнева прибыли в колонный зал Дома Союзов делегация Индии во главе с премьер-министром Индирой Ганди. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясер Арафат. Делегация Мали, возглавляемая президентом страны Трауре. Другие делегации. С чувством глубокой скорби советский народ проводил сегодня в последний путь Леонида Ильича Брежнева, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения. Десять часов пятнадцать минут. В последний почетный караул у гроба покойного встают товарищи Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Тихонов, Устинов, Черненко, Щербицкий, Алиев, Демичев, Долгих, Киселев, Кузнецов, Пономарев, Рашидов, Соломенцев, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Русаков. Одиннадцать часов. В зале остаются родные и близкие Леонида Ильича Брежнева. Последние минуты прощания. Под звуки траурных мелодий гроб с телом Леонида Ильича Брежнева выносят из колонного зала и устанавливают на артиллерийский лафет. Красная площадь заполнена народом. В четком строю части войск московского гарнизона. Над их колоннами склонены боевые знамена. Слово предоставляется шлифовщику московского завода счетно-аналитических машин товарищу Пушкареву Виктору Викторовичу.
Товарищи, глубокой скорбью полны наши сердца. Трудовая Москва вместе со всеми советскими людьми провожает последний путь верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за коммунизм Леонида Ильича Брежнева. Горько сознавать, что умер человек, чья жизнь и поистине титанический труд были отданы без остатка великому делу партии, борьбе за счастье народа. Начав свою трудовую биографию рабочим, по заводскому гудку Леонид Ильич всегда и во всем оставался близок к рабочему классу, всем трудящимся, был связан с ними неразрывными кровными узами. Советские люди отвечали Леониду Ильичу искренней, сердечной любовью, испытывали к нему огромное уважение и безграничное доверие. Они по праву связывали все свои успехи в коммунистическом строительстве, в упрочении могущества Родины с именем Леонида Ильича Брежнева, его партийной и государственной деятельностью, его личным направляющим участием в разработке и осуществлении политического курса КПСС и советского государства. Находясь на высших постах в партии и государстве, Леонид Ильич более 25 лет жил и работал в столице нашей великой Родины. Он постоянно уделял большое внимание Москве. Превращение ее в образцовый коммунистический город, бывал в трудовых коллективах, душевно беседовал с москвичами, по-отечески заботился об улучшении условий их труда и жизни. Леонид Ильич неоднократно избирался делегатов съездов КПСС от столичной партийной организации. На протяжении длительного времени был депутатом москвичей в Верховных Советах СССР и РСФСР. Мне выпала честь быть доверенным лицом, когда Леонид Ильич баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Бауманскому избирательному округу. И я хорошо знаю, как близко к сердцу принимал он нужды людей, наказы избирателей, с какой большой теплотой относился к каждому человеку, с которым ему приходилось встречаться. Смерть Леонида Ильича – безмерно тяжелая утрата для партии, для советского государства. Но горе не внесет растерянности в наши ряды. Рабочий класс, трудящиеся Москвы, как и весь наш советский народ, еще теснее сплотятся вокруг родной коммунистической партии, ее Центрального комитета, Политбюро ЦК КПСС. Мы приумножим свои усилия в труде, чтобы вечно жило и побеждало дело Ленина, дело Октября, чтобы воплощались в действительность идеалы коммунизма и мира на земле, которым посвятил всю свою яркую жизнь Леонид Ильич Брежнев. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Слово представляется первому секретарю Днепродзержинского горкома Компартии Украины товарищу Гордиенко Алексею Федоровичу. Дорогие товарищи, тяжкой болью в сердце каждого днепродзержинца, днепропетровца, как и всех советских людей, отозвалась весть о кончине верного сына советского народа, выдающегося деятеля коммунистической партии, советского государства, международного коммунистического рабочего движения, пламенного борца за мир нашего дорогого, незабываемого земляка Леонида Ильича Брежнева. С именем Леонида Ильича, человека огромных способностей, редчайшего обаяния,
накрепко связана судьба нашего города. Здесь он родился и вырос. Здесь вступил в комсомол. Здесь в октябре 1931 года стал членом Ленинской партии. На заводе имени Дзержинского прошел первые рабочие университеты, впитав в себя лучшие качества рабочего класса. С тех пор Леонид Ильич всегда и везде был на переднем крае борьбы за коммунизм. Трудно поверить, что больше Леонид Ильич не встретится с нами, не приедет, не поинтересуется, как работают заводы, идет строительство, не расспросит о людях, о делах городского комитета партии. Горько это сознавать. Потеря невосполнима. Стойкий марксист-ленинец, испытанный партийный руководитель, Леонид Ильич Брежнев прожил большую и славную жизнь. Он много сделал для нашей многонациональной советской отчизны. Его светлый образ навсегда сохранится в сердцах трудящихся Днепродзержинска, всех советских людей, как вдохновляющий пример верности делу коммунистической партии советского народа. В этот тяжкий прощальный час мы хорошо понимаем, что лучшим памятником ему будет наш самоотверженный труд по выполнению предначертаний 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во имя нашей любимой Родины, во имя мира и коммунизма. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым. После траурного митинга, в котором принимали участие товарищи Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Тихонов, Устинов, Черненко, Щербицкий, Алиев, Демичев, Долгих, Киселев, Кузнецов, Пономарев, Рашидов, Соломенцев, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Русаков, члены комиссии по организации похорон, траурная процессия направляется к Кремлевской стене.
12 часов 45 минут. Гроб с телом покойного медленно опускают в могилу. Под звуки государственного гимна СССР гремят орудийные залпы. В эти же минуты артиллерийский салют производится в столицах союзных республик. В городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герои Бресте, а также в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске, Днепропетровске, Запорожье и Днепродзержинске. В траурной скорби замерла вся страна. На 5 минут остановилась работа предприятий и организаций. На фабриках и заводах, на железных дорогах, в судах морского и речного флота был дан 3-минутный салют гудками. Руководители Коммунистической партии и Советского государства вновь поднимаются на трибуну Мавзолея. Thank you.
Чеканя шаг, перед мавзолеем проходят части войск московского гарнизона. Они отдают последнюю воинскую почесть руководителю партии и государства, председателю Совета обороны СССР, маршалу Советского Союза. Thank you.
жизнь и деятельность Леонида Ильича Брежнева будет всегда вдохновляющим примером верного служения коммунистической партии и советскому народу.